Итак, ребята, вторая часть входит в стадию. Сейчас я буду резать рибу. Вот, рибам. Вот, мне какую-то камеру поставить. Куда мне ее поставить? Вот. Я в шоке. Как думать? Так, куда мне ее резать? Мне ее надо куда-то резать. Будем вот эту тарелочку резать. Так, ну надо как-то меленько, наверное, резать. Ну, насколько я знаю. Тогда вообще не знаю. А, по-моему, кубиками надо резать. Да, кубиками надо резать. Ну, я сначала чуть-чуть так порежу, потом уже буду эту кубиками резать. Потом мне нужно будет еще почистить буряк, морковку, вот, и все, в принципе. Так, я включусь. Уже когда порежу, потому что это будет долго и нудно. Я, конечно, могла бы на вопросики отвечать, но это мне надо сейчас грязными руками брать телефон, смотреть ваши вопросы в Инстаграме, вот, и отвечать. Я, конечно, теоретически могу положить телефон, и вот у меня одна чистая рука, и вот так вот листать, но не знаю вообще. И могу так, в принципе, вспомнить вопросы. Какие такие самые основные? Так, надо попробовать рыбу, кстати. Ну, очень вкусная, кстати. Вообще, малосоленая такая хорошая. Мы переживали, когда ее покупали, чтобы она не была малосоленая, малосоленная. Ой, в смысле... сильно соленая, потому что мы ее изначально брали на шубу, вот, и хотели, чтобы она была не сильно соленая, прям чтобы вообще, вот. Ну, я рада, что она не соленая. Завтра у нас вроде бы опять в Киев едем по делам, ну, не точно, но может быть. Все возможно, как говорится. Вот. Так что, не знаю. Тут у меня 4 половинки. Одну я уже почти дорезала половинку. Вот. Сделала, кстати, опрос в Инстаграме. Нет, не в Инстаграме, а в Телеграме. Как будут проходить ваши выходные? Многие писали, что будут просто сидеть дома. Вот. Я тоже на остальные выходные, когда была дома... то я сидела дома на выходных. Нет, ну, конечно, я ездила до бабушки. Вот, но, ну, тем не менее, хоть куда-то. Хоть не дома. Это уже не дома считается. Если дома, то ты просто сидишь дома. А если ты до бабушки, как на дачу, например, едешь, на природу. Вот. Ну, бывало, конечно, никогда не ездила. Не ездили на выходные. Это что мне пришло? А что мне пришло на камеру? Все, я поняла. Я поняла. Очень даже поняла. Очень даже поняла. Это мне пришло, то, что камера опять разрядилась. Я очень зарядила. Но я ведь уже вот еще минус. Она старенькая. И у нее как бы очень даже ну, разряжается она быстро. Она заряжается очень даже не быстро, а разряжается очень быстро. Обычные камеры, они там заряжаются, ну, примерно минут 15, и она полностью зарядилась. Есть такие, они, правда, очень-очень дорогие, но они есть, тем не менее, они есть. Вот, а эта камера, она заряжается где-то часа два,
Вот, по сравнению с той, что 15 минут. И, ну, и она как бы разряжается очень быстро. Поэтому я считаю, не очень выгодно ее на нее снимать. Но пока что у меня другого выбора абсолютно нет. Просто теоретически нет. Вот. Вот и все. Вот и весь диктант, как говорится. Кстати, у нас уже в школе пошли контрольные. Кучу контрольных, кучу всего. Ну что, она прям сильно разрядилась, чтобы у меня видео не закончилось. А, не, нормально. Еще чуть-чуть продержится. Как раз пока я думаю, да готова, она продержится. А потом я ее уже заряжу и не знаю, как я буду завтра снимать влог. Может, завтра не буду снимать, завтра выходной, может, не знаю вообще. Ну, вообще, я для себя решила, то, что я, наверное, буду и на выходных снимать. Вот, но, может быть, не такие долгие, как бы просто там, ну, или просто буду... Я просто вообще изначально думала вообще, ну, на выходных просто как бы вообще не вести ни Инстаграм, ни Телеграм, ни Ютуб, ни ТикТок, ничего. Кстати, мне еще сегодня ТикТок надо было где-то поснимать. Уже 2 дня не снимала, потому что монтировала и уроки были. Очень прям тяжело сейчас. Контрольные за контрольными, как говорится. Так что как-то так. Да, очень реально сейчас много контрольных пошло. Надо проверить, чтобы не было костей. Ну, в общем, сейчас пошли контрольные, я вот списала, мне еще надо на понедельник или на вторник, не помню, по физике надо будет лабораторную сейчас дописать, вот домашнюю. Ну, в общем, будем контрольную по физике писать. То есть, как бы здесь очень большую часть, в общем, как бы, определяют учебе дети. Все. Просто от А до Я, как говорится. Вот. Ну, вообще, я считаю, это ну, нормально, потому что у нас там дома у меня. Вообще, то есть мы, ну, нам, конечно, у нас онлайна так прямо не было, чтобы по Зуму, там еще что-то, мы в основном по Вайберу занимались. Вот. И как бы, ну. Да. Да-да. Мне вот это не нравится, потому что у меня меняет цвет. Мне надо как-то его увеличить. Так нормально? Не знаю, нормально, но я вот рукой мотыляю, и он у меня меняется. Буду стараться не шевелить рукой. У меня тут, кстати, отпала эта досточка. Немного отпала. Ну, что поделать. Кстати, ребят, пока я с вами разговариваю, я уже порезала 3 куска рыбы. 3. Не 2, а 3. Еще остался 1. Будем уже начинать чистить овощи. Ну да, овощи. Фрукты мы не ложим, потому что я, как только в Инстаграм сделала историю, то, что я сейчас буду делать шубу и снимать это на YouTube, мне сразу начали писать, какие овощи вы ложите. Я такая думаю, как это, что это, мы никогда просто в шубу не ложили овощи, ой, фрукты, извиняюсь, фрукты. Мне начали писать, какие фрукты вы ложите в шубу. Я такая думаю, стоп, или у меня же, да, этот, я отстала как-то от жизни, либо это просто ну, на любителя. Ну, лично мы, вот отвечу и вам, потому что сейчас могут тоже полететь вопросы. Какие фрукты мы ложим в суп? Многие мне начали писать там банан, многие вообще огурец ложат. Ну, огурец еще как-то я перетерплю. А, например, банан с селедкой, то это, конечно, нет. Ну, нет. Мы такое не едим. Конечно, может быть, все. Вот. Во-первых, кстати, когда там пробовала с апельсином, по-моему, или с чем-то таким вот. Мне вообще не понравилось, честно говоря. Ну,
если, я не знаю, я не пробовала с бананом. Может быть, просто там вместо селедки, не знаю, шоколад ложат, не знаю. Вот, тогда как бы, да, будет вкусно, чисто такую сладкую пиццу ради... Ой, пиццу, боже. Сладкую шубу ради прикола сделать. Но вообще, ну, не знаю, мы никогда не делали. Не ложили, в смысле, фрукты в шубу. Не знаю. Так, я уже почти, кстати, дорезаю рыбу. Вот. И потом суп с котом будет. Нет, кота у меня нету, поэтому супа с котом, скорее всего, не будет. Но может и будет, не исключение. Вот. Я надеюсь, у меня камера не разрядится до того момента, как я вам покажу результат. Возможно, приготовить все хватит камеры, а чтобы все это заснять прям от А до Я, как говорится, может и не хватит, не знаю. Но я не все буду снимать. Вот, я, может, вообще не буду снимать результат. Посмотрите в Инстаграме, потому что это очень тяжело. Вот, и снимать, и резать. То есть, очень тяжело, но немного я вам сниму, чтобы вам было что посмотреть. Потому что некоторое время я тогда влоги забросила и не снимала некоторое время. Месяца 5 точно. Опять некоторое время. Вот рыбка. Кстати, порезала уже кубиками. Все. Все окейно. Так, сейчас я помою руки и приду к вам. Так, я сейчас уже буду чистить буряк. Взяла мысочку под буряк. Вот. И буду начинать чистить. Сейчас руки будут красивые. Обалденные просто будут руки у меня. Буряк, конечно, намного быстрее чистится. Еще морковку надо будет почистить. Еще, короче, кучу всего надо будет. Вот. Я ложу, ну, мы ложим вообще буряк, морковку, картошку, ну, и рыбу. Теплый даже шкаф, ну, тумбочка теплая, там, где посуда вот эта. Вот эта тумбочка, вот эта вот, только внизу, которая, вот она теплая. Вот, я просто глянула, когда я влог снимала первую часть, ну, просто камера вообще разрядилась, и он выключился. Вот. А монтировать я чисто принципиально никогда влоги не монтирую, потому что я считаю, если влог, то он не должен монтироваться. Потому что когда при монтировке ты там что-то обрезаешь, что-то добавляешь, потом что-то доснимаешь. Вот как я, например, снимала, делала блокнотик из обычной тетради. Я там то снимала, то переснимала. Короче, я очень долго вообще делала этот проект. Это видео, извиняюсь. Вот, и, ну, то есть, а влоги, я считаю, не должны вообще никак монтироваться. Поэтому я сделаю просто две части и все. И больше ничего не буду делать. Меня кровь течет. Я реально подумала, что это кровь, а это не кровь. Кстати, сейчас надо быть очень-очень аккуратной. У меня сейчас две руки. Вот, видите? Две руки у меня сейчас грязные, поэтому камеру я сейчас выключить не могу. Вот, но я могу ее выключить одним другим пальцем, который у меня чистый. Вот, ну пока что я, в принципе, наверное, сейчас выключусь, а когда буду дочищать, то уже включусь. Наверное, будет так, потому что, чтобы было это все быстрее, потому что мне надо и резать, и не порезаться, еще и думать, что говорить. Вот. Как-то продолжать влог. Вот. В общем, ребят, у меня осталось где-то 19%, сейчас точно это не было 17%. Вот. Сейчас присядем. Приселим. Вот сейчас мама уже доделывает шубу. Вот. И потом я вам покажу результат и буду заканчивать влог, потому что я буду кушать, отдыхать. Монтировать этот влог, чтобы завтра он утром вышел. Вот. И, в общем, уже будем прощаться. Сейчас я не знаю, сколько мне будет тут побыть с вами немного, чтобы мама доделала, я вам показала результаты. Мы побежали кушать. Вот. А голову, наверное, мыть не буду сегодня. Если так видно, короче, может, попозже, по-моему, уже. Да, ближе. 9, может быть, сейчас у нас 18:35. Вот.
еще как бы рано начинать. Вот. Но пока что сейчас приготовится шуба. Это будет где-то уже 7-8, может быть. Вот. Может быть, я сейчас возьму ноутбук, помонтирую. Пока будет готовиться, чтобы видео выключать не буду. Ну, в смысле, выключу, потом уже включусь, когда... Хотела еще сегодня провести эфир в Инстаграме, так что, если что, переходите в мой Инстаграм. Вот. Так что, может быть, проведу. Я обычно на выходных, в пятницу постоянно провожу. Постоянно говорю, что у меня произошло за неделю, как я буду проводить выходные. От А до Я, как говорится, рассказываю. Вот. В общем, будет не смешно, мне будет лучше с камерой. Вот так, мне кажется, будет лучше. Так, чуть-чуть хуже, но вот так вот, мне кажется, будет лучше немного, может. Хотя, мне кажется, вообще разницы нет. Вот, типа, вот так, вот, или вот так. Нет, ну, чуть-чуть есть разница, конечно, не сильно. Так вообще разница очень огромная, но так не меняется, потому что все вот тут вот, вот, засветленное, не меняется. Вот так уже лучше, еще лучше. Так вообще обалдеет. Я считаю. Потому что мне не нравится, когда передо мной, здесь все засветленное. И то есть, ну, хоть там нечего смотреть особо, но все равно, кстати, зеленый натяжной потолок. Вот. В общем, сейчас немного подождем. Я сейчас пойду помонтирую немного влог, тот, что раньше сняла, первую часть, чтобы завтра примерно одновременно вышло. Ну, а этот влог, что тут... Не, ну я как буду монтировать? Мне же надо просмотреть, я монтировать не буду. Мне надо просмотреть его. Вот, и все, в принципе. И подготовить к загрузке на сам YouTube уже. Мне надо его с камеры еще перекинуть на ноутбук, потому что я с ноутбука выставляю на YouTube, правильно? То есть надо с камеры перекинуть это видео на влог, на ноутбук. С ноутбука уже я потом его пересмотрю. А, вот, может, какие-то части вырежу, потому что, ну, это уже не монтировка, это уже можно и в обычной камере сделать, но я это сделаю в видеомонтировке. Вот. Ну, и, может быть, подписываю вопросики, чтобы сделать вторую часть. Вышла первая часть, отвечаю на вопросики, там последний, или нет, второй вопрос был очень интересный. Многие мне задают до сих пор на его, на этот вопрос. Ой, на этот ответ вопрос. В общем, короче, в Японии этот вопрос мне сейчас до сих пор задают. Посмотрите видео предыдущее. Я не помню точно какое, но, по-моему, там оно вчера... Ой, сегодня вышел блог, вчерашний получается, а это получается следующий. Ну да, получается... Ну там подписано, отвечаю на вопрос. Я там чисто села вечером на прошлой еще или позапрошлой неделе, не помню, потому что пока его смонтировала, это был не влог, а просто ответ на вопрос. Вот, и я его пока смонтировала, пока то, пока все, то есть, ну, очень много времени ушло на это видео, не знаю, когда выйдет вторая часть, я думаю, уже есть, но мне надо ее смонтировать и выставить на YouTube. Не знаю, может быть, ну, как, ну, я думаю, на выходных я ее смонтирую, чтобы в понедельник или во вторник она вышла, уже вторая часть, это. Вот, в общем, сейчас пойду немного помонтирую, и потом вернусь к вам. Немного решила заснять, как монтирую. Решила сесть в ванной, потому что здесь тихое место, и как бы, ну, мне здесь как-то легче монтировать, здесь свет такой не очень яркий, а когда яркий свет, мне не очень, так как-то вот я не могу сообразить, когда яркий свет. Вот. Может, вам меня не видно, конечно, но я надеюсь, что вам не видно. Так, что мне тут надо? Сейчас монтирую, начинаю монтировать, ну, перекинула влог. Сейчас его пересматриваю. Может быть, что-то надо обрезать. Все, ребята, прошло 15 минут буквально. И я уже сделала его, чтобы завтра его можно было спокойно выставить. И он полетел уже к вам на YouTube.
Вот. Еще мне надоело влог смонтировать. Ну, не смонтировать, а просто посмотреть. Обрезать там влоги ничего не пришлось. Концовочку только пришлось чуть-чуть отделить там. Вот. И все. В принципе, все. Сейчас решила глянуть немного вопросики в Инстаграме. Вот. Меня спрашивают в Инстаграме, почему я не смотрю вопросики в Телеграме. Вот такой вот смешной вопрос. Ребят, ну я смотрю и там, просто что как бы в Инстаграме больше вопросов. Там, например, ну 10 в день бывает, ну бывает 15, ну максимум это где-то 20, это максимум в день бывает. Я, ну они почти все одинаковые, и там вопросы, на которые я почти каждый день отвечаю. Я вообще каждый день примерно по одному-два вопросика отвечаю, и буду стараться отвечать, чтобы у вас были ответы на ваши вопросы. Вот. Можете писать и здесь, я здесь тем более замечу, здесь я обычно этот не читаю комментарии, но если вот под этим видео именно, то я гляну комментарии, обязательно, если какие-то будут вопросики, то пишите, я обязательно на них отвечу в следующем влоге или в каких-то влогах, я по-любому на них отвечу. Вот. Сейчас был вопрос по поводу пирога, рецепт, и могу ли я снять видео, как он делается. Скорее всего, не смогу я снять видео именно, как он делается, потому что это будет не очень легко, так как у меня сейчас учеба, и его надо будет очень долго монтировать, это надо будет снимать по частям, по маленьким частям. Надо будет еще ждать, просто нужно будет еще время, пока он печется. Потом это все, это очень-очень сложно, у меня в основном печет торты мама. Торты, пироги, без разницы. Мама, а я обычно сижу на онлайнах. Вот такое у меня, смешная история для вас. Вот. В общем, как бы, скорее всего, нет. Самое максимум, что я могу, это я могу дать рецепт. Просто в Инстаграме дать рецепт. И если вдруг у вас нету моего Инстаграма, то я, если не забуду, то я оставлю вам ссылочку на мой Инстаграм. Подписывайтесь обязательно, потому что многие просто сидят на моем Инстаграме и не подписываются. И в Ютубе, кстати, такая же проблема. Вот. Мне если так, то уже бы было где-то 100 или 200 на Ютубе подписчиков. Но почему-то они просто сидят и не подписываются. Поэтому нажимайте на красную кнопочку и на колокольчик. Вот. Это обязательно. Это святое. Что я еще хотела вам сказать? Завтра, получается, выйдет вот этот влог. Ну, получается, как бы, если вы его уже смотрите, то он уже вышел. И день не будет выходить, а потом опять выйдет. Вот. Ну, выйдет две части. Получается, сейчас вы смотрите. Если вы просмотрели первую часть, то вот вторая часть. А если вы посмотрите только эту часть, то обязательно посмотрите вторую часть. Там я очень много чего рассказывала, показывала. Тоже посмотрите, там очень интересно. Я так уже пересматривала, я уже смотрела первую часть. Ну что, ребята, я вам показала все, что можно было в моем вечере. На этом всем пока-пока, до новых встреч, ждите новые видео. Пока-пока.